Так, Байкальский рынок. Что? Так, ладно. Я следую за тобой, а ты что там надо? Что вам надо, что вам не надо? Чека только остался, ценник один. Что ты говоришь? Ну, брикеты, помнишь такие? Мы покупали, тебе понравились. Ага. Ну, я что-то тебе... помню, мне понравилось, да. Хороший сегодня привезли. Так, уж уже один ценник. Ну, пойдем еще сюда. За угол пройдемся. Он у меня не горит, экран, посмотри. Экран не горит? Нет. Ну, все хорошо. Что тут у нас? Что почем? Головы куриные. Это ну, всякое... Ну, да, кости понятно. Куриные. Ну, короче, тут цены. У кого собачки? Хоть как хочешь. Ай, 550. Ну что, разрезать вам ее напополам? Все, грушки. Вот, Филипп Ангасиусы. Да, можно, можно. Напополам разрезать? Да, да. 550. Братола. Ты громче говори цены. Братола рыбы такой. Ну, на хек похоже, или на минтай. Это не 200. Сука, наверное, намерзшего. Креветка 400. Смотри, какая здоровенная. Что, креветок наберем? 400 гривен. Да, только нам... Нам же это... Нам же нельзя, сказали. Нам же не сказали нельзя. Ну, мы просто так, наперед. Смотри. Это тоже рыба. Кефаль 105 гривен. Шикарная. А как его готовить? Как готовите пеленгаса? А, вот так только сама? Еще вкуснее его. Это здоровенное. Вкуснее пеленгаса. Смотри. Угу. Вот что. Так, морской заяц. Заяц. Это уже без голов. Камбала. 125. А это корюшка. И братула, и метал. Корюшка 145 гривен. Корюшка, ты пробовал ее? Она свежими огурцами пахнет, так, когда. Я вам вернула 450. А это рыба, вообще не знаю. Какая. Я вообще по рыбе, если честно, не этот. Ну, короче, если что. Хоки вкусные, да. Без костей. Ну, ледянка. Ментай. Да, кроме хека и ментая, нет, ну, 120, не, конечно, обманываю. На Азовском море ел там всякую. А уже в готовом виде ее и разбери, пойми, да? Что она. Сейчас, ну, пойдем пока тут. Кефаль 105 гривен. Что, а, кефаль, кстати. Кефаль, так она здоровенная такая. Нет, то, что большая, да. Хек, аргин, хека. По селедке нам точно нельзя. Камбала, окунь красный. Прикольно. Филипп Ангасиуса. Морской заяц, такого не знал какой-то. А где ты заяц? А, ой. Заяц? А что заяц? А, что в этих? Не знаю. Я не пробовала, да. Тунец 150, да, тунец 150. Ну, я не хочу. А, кефаль, она еще и с этими, блин, как... С чем? С чешуей, вот, я... Так, пускай. Ну, наверное, надо взять вот это, засолить. А это на вот этот ценник, да? На весь ящик. В смысле на весь ящик? За килограмм. Да, ну все время рядом, а мы его еще найти надо. Гривен на 200. Гривен на 200. Да. Тебе что-то надо? Вы зашили? Мне надо, мне не хочется. Нет, я потому что... Хорошо, давай я тебе. А 226. Я говорю. Вот я сейчас тут быстро убежал. Хорошо. Не одних вас. А сумка есть у тебя? А? Там все. Рюкзак. Что, будешь в рюкзак? Нет, у меня есть сумка. Такая торбочка. Что провоняешь? Шопер. Ну и шо?
Не все, на. Сейчас еще 20. 220. Ту-ту-ту-ту-ту. А морозить щось, щось мене морозить. Да? А тебе нету температуры? Ну, я думаю, что нет. А мне видно еще до сих пор. В машине жарко, тут холодно. Я твой этот. Я за тобой. Хожу, тебя снимаю. Я хочу к той девочке. У них там написано точно известно. Редиска, смотри, по 58 гривен. Это какое редиска? Мы сейчас только с женщиной. Я просто говорю, посмотри. Да. Редиска, в общем-то, да, это уже супер. Подожди. Это же шампиньоны. А помидоры почем? Маленькие. Вот. Помидор 85. 85. Я просто, кстати, удивился, что уже редиска. Огурец, это что, тепличный? Ну, нормально, вот и быстро 15. Вот эти, смотри, какие красивые помидорчики. Черепи, капусточка, да? Молодая, посмотри. Офигеть, это что, все с Турции везут или откуда? Ну, не знаю, может, это уже. Смотри, какое все красивое. Редиска 58 гривен, охренеть. Мы пока не можем себе позволить. Не, я просто к тому, что, да, я удивился, редиску увидел, удивился. А, тут написано точный вес. Скумбрия по 135. Оселедец 115. Форель 250. Что там еще? Что там еще цены нашли? А дайте, будь ласка, мерлуза с килограмм. Мерлуза? Ну, он как хит, нормально. 135 гривен, да. Мерлуза. Мерлуза. Медуза. Медуза. Мерлуза. Ну, надо что, крыльев чи шо купить на бульон. И вот этих филе, что тут? Да, у нас нема филе. Да тут сейчас же здесь. Филе понгасился, вот, да? Несколько штук возьму. Не биточки, а что? Это что значит? А прессованное то что? Ну, хотя бы два. Угу. Что? Прессованное. Треска. А, не, вот этого. Ой, какие брюшки. Это вот... А 290 это вот эти толстенькие. Ага. Да. Так, скраб. Крышко сомки. Что такое скраб? А, фарш лососевый. Так, сколько там? Это на производстве делают это со скрёбом. Чисто воно? Рыба, чисто красная рыба, без разных домишек. А, и оце воно? Да, 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 да. Не знаю, ну звісно, ще оцього. Вам понравилось, я смотрите один раз. На котлеты? Вот такие котлеты, без, да? Подолки. Да. А я не видела раньше, мы тут у вас были, что воно не всегда бывает. А вы не обращали? А может, не обращали, да. Мы давно не торгуем, ходова позиція. Угу. А что вы брали? Так, мы брали два филе вот этого пангасиуса. Наверное, что-то вам неправильно посчитала. Потому что у меня вбито 160. Мерлуза. Да, то 150, по-моему, мерлуза. Да. Ну. Это сначала, 109. Что, заново? Вот это. 109 у нас, раз. Сейчас я не посчитала, а буде додавила этим. Це 150, да? По-моєму, 150. Да, да. Да. А то теж? Тоже... 360. І крила ще кілограм, дайте вже. Це наша? Наша, так. Да. Ну, помоги положити. Це що, сирена? Та сирена, що ж ти? Ой, ні, 50. Килограмм, там до килограмма. Там Олег купил какого-то крыла, правда. На 68, хорошо. Пойдет. 429. Что я все продавала? Ну, дальше, ой, сейчас.
Вот что-то, вот что. Все, ничего не влазит. Что? Да прям не влазит. Что, ну мама ничего не дает. Что, банкоматы не хотят. Банкоматы все выдают. Где-то 20 было. Это что? 100. А это вино ваше? Вы продаете? 150, шампанское. А вино 120. Так, взяли. Пикники! 10 гривен. Это что, просрачка какая-то, да? Чешу. Ну давай, прикольные. Чтоб просрались. Так что ты? Нам уже не страшно. Нам уже не страшно. А ну хоть посмотри, по какое оно. По 30-е. 24. А, по 3 марта 24-го. Сегодня 14-е, на 2 недели просрать. Что ты думаешь? Не знаю, закуска. Сейчас. Закуска пикник. 3 штуки. О, уже вообще 3 штуки на 10. Надо взять. Да? Да, да. С буженина, с грибами. С баварскими колбасками. Да бери, ничего с нами уже не будет. Ничего не будет? Нет. Пикник. Что, 10 гривен? Есть штучки маленькие. А вот эти? Какие 3 штучки? А, вот у те? А эти по 10 гривен. Эти по 10 же написано. А вот все по 10? Это написано. Что надо, сиропчик? Бери 3 штуки. Каких? Они же... Да любые, разные возьми. Что? С буженины. Там острая какая-то есть. С буженины. Да, надо взять на 50. Это еще. Ну что ты задал? С баварскими колбасками. Ну, все, с бужениной взял. Зеленая, грибная. Подожди, а сколько ты берешь? 3. Ну все, 3. А вот это что? Закуска с бужениною. Нет. Грибная с бужениною. Ну все, я взял уже 3. Грибная. Ну я смотрю, может вот другое что-то, какая? Может 4 взять. Закуска грибная. Надо как... Нет, сейчас я с колбасками найду еще. Закуска с бужениной. Вот, с баварскими. Это острая. Пойдет? Да я не знаю. Пойдет. 5 будет. Все, 5. Так куда ты ставишь? Ложи сразу сумку. Я же хочу, подержи. Ну, пока хочу скажешь. Отдать 50. 713. 5 штук. 50. 5 и 5. Я сама покажу. Ты же ничего не влезет. Да, ты, конечно, у вас... Спасибо. Ничего не влезет. Что, еще дальше идем? Ой. Что дальше? Что мы цвет подъедем? Что мы хотим? Дальше куриные. Мы что, заспешили? Мы заспешили? Ну. Я нет, просто сумка полная. Ой, боже мой, сейчас купим. Отнесем давай. У меня в машине пакеты есть и рюкзак. Там? А, мы туда придем, там яйца по 31 гривен. У меня в машине рюкзак и пакеты. Сода пищевая. Сода, наверное, надо. Наверное, сода надо. В машине рюкзак и пакеты. И что? Два метра идти до машины. Ну, сейчас пойдем в машину, а потом... А дайте соду, пожалуйста. Пойдем, в машину сходим. А мы будем по скайпу, я думаю. Почем? Пыкты по скайпу. Блин, а где-то тоже моя сестра. Точно, а давай ее наберем. Она же на рыбе. На рыбе все там. Может сегодня. Нет, вот отсюда заходить и куда-то налево. Ну давай сейчас сходим в машину, разгрузимся и пойдем спросим. Позвоним спросим. А что, ты свежую не хочешь, да? Ты не. Что ты не редиски, ничего не хочешь, не помню. Какой редиски? Ты шо? Я...
Помидоров давай, хочешь, давай возьмем. Ну так, я боюсь, что... А что, с редиской что-то? Редиска очень тяжелая. А что ты молчишь? Давай купим, откуда я знаю. Она очень тяжелая. Даже удок, ты так купить салатик нарезать, знаешь, горсточку. Что, редиска? Конечно. Так, а я же не врю купить ведро. Я ее у меня вообще... Купить просто, чтобы... Давай купим на один весной раз. Весной запахло. Ну ты как-то там... есть с ней желание выражай. Я же не страшно... Редиска. Ну, редиска. Надеюсь, почти. Можно редиску с подсолнечным маслом, можно этот. Какая уже... Пакет и рюкзак. И рюкзак. Все, пришла. Я вообще как прикукуренный. Прикукуренный хожу. Ну, вообще, ты знаешь, я не люблю ее. Я ее даже не ложу, потому что у меня, во-первых, режет и пердюш от нее, если честно. От редиски, я так понимаю, ну, ладно, что она мне не сильно заходит. Да я просто что-то увидел весной. Я к ней равна. Гривен. Кто? Панахиру. Кто? Сливы. Сливы по 80. Сливы 85. А клубника? Груши 252. Клубника даже. Груши по сколько? По 45. А клубника почем? Это дорого. 260. Клубника 260. Капец, все что хочешь. Я в шоке. Редиска 55, тут она полопалась. Помидоры, ой, подожди, помидоры 84. Ага. Такие еще цены. Не сильно и. Подожди, где-то за... Пришли сестру шукать. Пошли. Тут такое место, почему-то все время очередь здесь. И мы в тот раз тут стояли. Просто берут стояли, много этих. Я думаю, я помню, что я тут стоял, тут я не помню. Что это стоял? Я стояла из-за горького перца. Тут было по 60 гривен. Да. Да. Там да рыба еще попала. А нигде его не было. И стояли в очереди. Так, а возьмем, попробуем этих помидор. Ну, возьмем, тех, да. Что похвалили, которые. Ты не просто. Сказала, что нормально. Не увлекайтесь. Оставь выбросы. Это 5 гривен килограмм. Нет. Бери все, что надо. Ну давайте там достойненько докидывайте помидоры. И огурца, и редиски, и помидора, и что там укроп надо. Я потом гореть буду. Да ну выше, ну 35 гривен. Вон они такие самые, что по 80 лет. Они были по 95. Они перевернулись, они были твердые. Может, они не такие вкусные, не такие ароматные. Ну, а так и на мясо, и на яичницу. О, куда захотите. Вот это же ты дайте, да? Мясо по французски. 33 гривны. Отбираем? 33 гривны. Ну, посмотрим, сколько мы из них. Ну, хорошо, я возьму 20, килограмм. 35 гривен. Назад. Если что, все ложи. Если что, мы найдешь. Запечем яичницу с помидорами, сделаем по-еврейски. О, скажи, точно. Ты любишь такое? 22,50. На сковородке. Шиншук, не кажется. Знаю, как оно правильно называется. Мы... 101 гривна. Так, извини, по 35 гривен помидоры. Когда будем готовить... По... Редиска дороже. Женя, лук. Может, даже редиска. Ну что, редиску берем, как мы не попробуем. Чуть-чуть. Пришлите, будь ласка. Заказывайте. Сейчас я отправлю. Нам килограмм помидоров таких тоже. Расхвалились. Реклама двигатель. Потому что мы не за ними пришли. Ну, 35 буханки хлеба можно взять. Я хвалю и помидоры, я все хвалю. Нам
Поганеньке не забудь. Слухай, кажи. Так, кілограм цих помідорів. Ох, зелёный. Півкіло редисочки. Какой редис? 59. 30, а оно ещё по 33 лопнуто. Да нет. Нет. Может, уже дубово трогать. Давай пока сюда, потом дрыгнуть. Да, вырезать. Они твёрдые, они не мягкие, они классные. Понятно. Хай будут. 35, 36 гривен. Да. 59 полкило редиски. И... А что, 78 могу купить? Вот такие... Не сильно берут, они... не берут. Это Турция. А, вот это? Это Украина, где продержит. А. Так, редиски по 59? Да, полкило. Что, возьмем Украину, Днепродзержинск, пузатые, или Турцию? 78 и 87 разница. А те другие еще? Ну, те 140, а, Машенька. Машенька, это наши, вот эти очень вкусные огурчики. Да, нам до редиски в салат там пришли. Ну, давай вот чуть-чуть. Почему это редиска, скажите? 59. Не, у тех два штуки, у тех тебе в редиску. Что еще? У тех пару штук туда в редиску. Раз, два, побольше. Три. Мне... Да, вот. Шо еще? Шо, укроп, петрушка, блин, все-таки. Лук у меня вырос на этом. Женя, а вот этих огурцов нету больше? Все, считается. Что там, где рассыпалось? Все. Лук, ничего не надо? Да лук, не знаю. Не вяжи, давай сюда, Женечка. Лука вот так, дайте вот так. И туда бы крупа еще веточку. Ну, в одну цену. Кто? Нет, это 250, а это 150. Да вот там чуть-чуть совсем. 150, 250. Давай очередь уже создать. Угу. Да, ну что, получается, что. Да я так прицелую, да, не все хочу, я же устала. Устала уже бородом. Так что мы... 117 гривен, человек. Грибы по 59 гривен, все такие красавцы. Нет, так мы в морозилке на мороженое. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Сыры, колбасы, мясо. Роздрип опт. Смотри. 46. Я что такое, это? Я все покупаю, в общем-то, в АТД. Хрен. Пошли зайдем, хоть посмотрим. Интересно, магазин. Сардины. Приправы, капуста. Сыры. Сырком ореховый. 399. А что мы готовили? Сыры, колбасы. Моцарелла. Большую, такие, конечно, большую не надо. Мы вчера пытались же брынзу, но я вместо брынзы положила. Ну, сколько колбасы. Четверть сала, смотри, 128. Это же готовое, да? Сало с чесноком в рулете, да, 140 гривен килограмм. Такое уже прикольно. Да, только нам сейчас по таким делам вот это ходить. Слушай, ты не... Ну, да, это да, мы да, вырежем. Да. Какая тебе разница? Может, это мы уже через неделю покажем. Молоко сощёное. Молоко сощёное. А, я думала ещё с какими-то майонезом. Сосисок, смотри, сколько всяких. Может, туда пройдём. Вот, смотри, какая колбасочка. Сырки. Интересно. Ну да. 400, так на сколько гривен? Сколько она стоит? 200 гривен палка затянет, наверное. Да, конечно, такую же. Ну, такую люблю. Это сам. Даже еще больше, наверное. А, ну это же 400... для цены. Ну, это же оптовая и розничная. Индычина. Ну, да, это как сыра. 200 индыча. Индыч. А с вот, мясом смотри, в тейте. Паперони. Короче, блин, можно, рай. Можно рай. Какую-то купить. Надо сюда почаще ездить. А вот они какие колбасы.
Вот такую я еще люблю тоже. Можно взять на пробу. А, она целик, целая. Красная. Сегодня какой-то цветный. Ну какой-то хочется тебе колбаски или нет? Сейчас, если честно, не знаю. Не, ну не хочется, значит. Не, ну то, что типа краковская можно взять. Парадисовый. Блин, ладно, я голодный уже видно. А, да, да. Уже надо текать. Почему я говорю, что надо завтракать, а ну брынза. Не, ну мы завтракали. Брынза. А, это ж у тебя еще. Я думала в крупу. И вот эти штучки. Десерт. Хотя, так они эти десерты по 40 гривен и в этом, в траше у нас. Так а я тебе прошу. Я как-то специально живу. Подожди. Почти 90. Ну ладно, нет такого. Ты что-то хочешь? Давай купим. Что ты хочешь? Покажи, что. Хрен его знаешь. А, вот это хочешь. Что это такое? Помнишь, що щупальця кальмарів? А де вони? І от що ти що скажеш. А скільки є щупальця? Та от же написано. Я не вижу того. А, 131 гривня. Давай візьмемо. Та ні, то я просто, я не знаю, то я так, я ж говорю. Я все хочу. Я сюди зайшов, я все і хочу. І колбасу такую. А ну, оце не вона. Ні, це дешевана. Там її. Ні, ну я такую люблю, такую люблю. А, от це ж я на неї смотрю. Краківська. О, от краківську я люблю. Давай, візьмемо. Що, прямо, от прямо візьму саме толсту. Ну, тому що вона, так, да, одна, бо зачем вона. Ну, давай, краківську, і що? І хорошо. Що тут? А, масло. А ты теперь думаешь, что еще надо? Масло сибирское, богатое. Колбасу я такую люблю. Будем. Витюхевский маслозавод. Ну, Кориховская беру. Это... Сырки дружба. По 6, смотри, по... вообще дурняк, по 6 гривен. Сырок или это продукт? Дружба. Это продукт. Это продукт. Хотя да какая разница, а вот и больше. Но он не плавится. Он ну все. Я же говорю, все, у меня началась голодивка. У меня началась голодивка. Какая разница, возьмешь сейчас у меня голодивка, все хочется. Угу. Что, салат этого не возьмем? Нет? Вот этого сала. Не знаю, ну тебе понравится. Я вареная. Мне понравилось. Да, мне такое понравится. Вареная. Давай как маленький кусочек. Что такой бы не край. Да я, кажется, самый маленький взял. Нет? Или вот еще меньше. Нет? Да нет. А в виде дорогого. Да вот маленький кусочек. Хорошо. Так, егерские сосиски сейчас. Я в темном эфире не бачу. А что брынза, брынза? Ну что, мне брынза пока туда? В смысле, вот это блюдо вчерашнее? Ну да. Все, не будем деликатес. Ульнем. А, давай. Не, ну хочешь попробовать? Именно. Так что это кальмар, а. Не, это щупальца. А там что-то еще у нас. Щупальца осьминога 155. А это щупальца кальмара. 131. Одесь. Ну, оно вообще вкусное. Ну, мы же такое родителям, помнишь, что-то на Новый год приносили, что-то брали. Да, я уже не... Почему?
А что мы брали? Только как видишь, есть масло, есть. Мидии. Может... А что ты хочешь, мидии? А почему что мы брали? Что ты хочешь, мидии или вот эту штуку? Не знаю. Мидии. Так написано ценник. Мидии в червоне олии. Это тоже масло. А щупальца осьминога, это вот, наверное, просто галин. Так показываю, что. Короче, все вот. Оно желтое, это не такое. Это необычное. Вот такое. Что-то необычное. Все? Да, берете, а там вот. Уже вы выбираете сами, что вам подходит. Сыр, может, какой-то. Я выйду, что своя линия. То, что они там не записали. Там не точно. 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 Там не Ну это самый обалденный, ну, оригинальный. Возьми, возьми. Майонез. 79 гривен. А, мать. Все, я уже пришла. Что это такое? Что? А, сыр косичка. Вам тикета у вас? Да, да, я вчера приходила, ее не было. Может, не нашла. Не нашла. Не нашла, да. А, они а я за ней хожу уже. Они по средам приезжают, то в следующий раз бросишь косить. Не знаю. Да, а, да скажите, Лена, где? А, ага. Я скажу, есть еще не ваш. Что это было за колбаска, что мы не возьмем? Ну, как московская такашка. Ага. Так, раз, два, два, три. За вами сыр, це красного градусу. А, це не сир, да? Сыр, ну молодой, он не вызревший, там нету сильно выраженного вкуса. Это что, вкус соленость какая-то была? Соленость была вот здесь, соленость вот здесь. Украинского, дай тоже. Сколько дать? Да вот и цель. Сусянчик, пробуй. Блин, капец, мы в погодку выбрались, конечно. Ну как Люда хочет, такой вот что налево, 30 000, что ничего не надо. Ой, ничего. Трехколесный. Силой трехколесный, да. Капец. Ну да, вот такой. Ну так это же он и есть. Так ты что, это электро? Да. Ну это же электровелосипед, правильно? Трехколесный электро. Такой, чтобы человеку, чтобы не крутить педали там чуть-чуть с инвалидностью. Вот это воно? Да. А сколько денег? Ром, сколько там? Нема смысла. От 25 зависит от аккумулятора. Они есть там 3 на 25 км проезжают, не крутя педали. 40 км не крутя педали. И 50-55 км не крутя педали. А, это заряда аккумулятора заряда хватает? Заряда аккумулятора. Это 3 просто... Конечно, без единицы записать. От 25. Это на самые маленькие аккумуляторы. Да. Потом 27-800 и 29-900. Да, посмотрю. Ладно, давай. Что, можно пароход? Ну, надо такие выгнать. В деревенском проселочном дороге нужно что-то нужно. Такая я не крутя педали. Ну, да. Ага, ну еще щиточки надо.
Так, а что мне? Шо тебе? А что как на мой рост? Да на то так на твой. Что на твой? Без... Угни такой, что надо. Ну, закину. Без этого. Без рамы. Без рамы. Где-то. А ты знаешь, какие эти фирмы? Там тут такие фирмы, кроссы, тут все одинаковые. Ну, какие тут могут быть? Ну, тут все одинаковые, тут кроссы называются. Да? Почти. Ну, типа, не сами, да? Ну, наверное, что и запчасти. Просто спроси. Так, ну, что сейчас? Ну, тут крайне даже... А мне 24 кажется, маленькая. Молодой человек. А подскажите вот эти, вот этот, вот эти цена, 7300? Что в нем? Ну а что мне надо? Ничего тут все, то что надо тут все. Тут переключение скоростей, сел, поехал, да? Угу. Вот под меня то что надо. И вот это. Пройду. Посмотрю. Прямо зачем? 78 тысяч. Ну что, давай резину и все. Понятно. Решишь. Да тут цены нормальные, захочешь сюда. Утенький он пришел и купил мне. Для таких велоездоков, как. Там 80. Так, смотри, картошка. Нет, 18 гривен. Не, я не вообще. Ну, я цены. Просто картошка. Что у меня? Ну, 20 гривен. Сзади кто-то. Да, не, смотри. Картошка по 18. Картошка. Анна, кстати, по 16 Анна, гривен по 18. 18 гривен. Ну, в магазине по 26. Аккуратненько. Что ты, а куда пошла? Опять за рыбой? Вдруг мне что-то надо из какой-то ерунды. Крем, шампунь, олейка. Опять сирена, что-то началось. А я, кстати, отбоя не слышала. Опять сирена, опять сирена. Все? Ой, блин. А? Это у тебя еще терпения хватило так долго ходить. Долго и долго. Ну да. Да? Это прям вообще достижение. Короче, я не знаю, что там у нас получится. Что мы там наснимали? Не знаю. Все шо? Ну, хоть тебе что-то надо было подснимать чуть-чуть, потому что я ходил просто. Шо? Шо сумму озвучь? Насколько ты скупилась? Примерно. Ну, там, где колбасы и сыры на 600 гривен. Ну, ты еще на 2 точно? Да нет. Нет? Да нет. 100, 600. Нет, конечно, сюда надо ехать, как бы 1005. Но опять же, это же не на один не, день. Ну если ну, так да. Съездить, там на... Ну сюда я вижу, сюда пенсионеры, как я знаю, если приезжают, они сразу на полпенсии тачками отсюда вопрут. Ну вы же бачите, ну если за 50 копеек в очереди стоять. Не все. Знаю, это мы так совершенно случайно просто сюда попали, потому что нам по пути было. Ну, рыбу морскую. Потому что нужно было уже из дома куда-то выйти, так нужно. Нам надо было, да, просто проветриться, а я